Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я, Вика. Сегодня мы вяжем вот такие вот сапожечки. Вот так вот я их украсила, как бы приблизила максимально к сапожкам. Вот. Такая пряжа у меня с вкраплениями. Вяжем на женский размер. Детский размер не рассматриваю, так как мне пришлось вот подгонять этот узор, как бы. Вот, единственное, что могу сказать, что если хотите детский, то возьмите в два раза тоньше нитки и в два раза тоньше спицы и свяжите по вот этому расчету. То есть женский от 36 там до 40 вы подгоните вот в этом месте, а вот эта лодыжка у вас останется такой же. Поэтому этот мастер-класс вот так вот, только на женские размеры. Спицы у меня 3,5 миллиметра. И пряжа 200 метров 100 граммах, 200-220 метров 100 граммах. И первым делом, можете взять потоньше, не 3,5, а троечку спицы, в зависимости от того, как вы вяжете. Желательно связать образец. Вот я сейчас вам измерю, сколько у нас ширина этого, как бы, этой детали. У меня 23 сантиметра всего, поэтому вы сможете перепроверить. Так, и первым делом я намираю 59 петель. 59. Так, и вяжу эти 59 петель лицевыми петлями 5 рядов. 6 рядов, девчонки, я провязала. Вот, и теперь, вот видите, всего 6 рядов. Вот это у нас будет лицевая сторона. И я ее еще один ряд провязываю изнаночными петлями. Провязала изнаночными петлями один ряд. Теперь узор у нас состоит, девчонки, из одного ряда всего лишь. Вязала по вот этой вот схеме. Кому нужна схема, вот она. Кому нужно объяснение, вот они. Значит, кромочную снимаю, провязываю 3 раза по 2 петли вместе лицевой. Далее провязываем 1 петля лицевая, накид. Так делаем 6 раз, то есть 6 лицевых и после них накидов. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И закрываем лицевой, ну, заканчиваем еще одной лицевой. То есть у нас здесь 7 лицевых и между ними 6 накидов. Теперь 6 раз провязываем по 2 петли вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее снова, видите, у нас фигурирует шестерка, 6 петель. Значит, лицевая накид 6 раз, лицевая накид 1, 2, 3, 4, 5, 6. И лицевой заканчиваем мы этот сектор. Далее 6 раз по 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее сектор с накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и заканчиваем лицевой. И 3 раза мы начинали с 3 раз по 2 петли вместе и заканчиваем 3 раза по 2 петли вместе. Все, весь узор наш, девчонки, изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями и еще 2 раза повторяем вот этот, как бы, узор повторяем еще 2 раза, то есть плюс еще изнаночный ряд. Вот видите, 1, 2, 3, всего 3 лицевые ряда. И мы продолжаем. Вот я провязала 6 рядов, ну, всего 6 рядов узора. Теперь нам нужно сделать вот этот вот валик. Для него я сейчас вяжу, значит, один ряд изнаночными петлями, второй лицевыми, третий изнаночными и четвертый тоже изнаночными. То есть 4 ряда: изнаночный, лицевой, изнаночный, изнаночный. И далее снова вяжем 6 рядов узора. Итак, я провязала второй ряд, как бы, узора. Теперь снова я делаю вот этот вот валик. Это у меня изнаночная, лицевая, изнаночная,
изнаночный, ряд сейчас изнаночный, лицевой, изнаночный, изнаночный. Вот, и далее еще вяжу этот узор, всего 7 как бы рядов, то есть 14, 7 лицевых я имею в виду, но здесь в этом месте вы можете корректировать, вы можете связать больше, сделав его выше, либо меньше, сделав ниже, так, вот такую, на такую высоту, здесь уже на ваше усмотрение. То есть по сути один и тот же узор я разделила вот двумя этими валиками и потом продолжила сам узор на 7 рядов. Вот я думаю, вам видно, хотя нитки темные, неудачно я, конечно, подобрала нитки, но просто решила разбавить немного другим цветом канал, потому что у меня в последнее время слишком много бежевого. По сути, мы верх закончили, теперь мы переходим к ноге, к низу. Вот, первым делом, первое, что мы делаем, вернее, вяжем 8 рядов лицевыми петлями. Теперь мы переходим, вот видим, да, на платочную гладь, и мы вяжем 8 рядов просто лицевыми петлями, ничего не делая, не добавляя, не убавляя. Так, 8 рядов я провязала. Теперь помним, да, у меня здесь, ну и у вас тоже должно быть, 59 петель. Теперь что мы делаем? Мы отделяем 20-20 с обеих сторон и вяжем только центральные 9 петель. Ой, 25, девчонки, 59 же, вот я звезда. 25, 3, 4, 5, что я посчитала, 49, нормально. Значит, 25 слева, 25 справа, центральные 9 петель остается у нас, мы их вяжем. Вот сейчас я провяжу эти, переберусь сюда и потом буду вязать только центральные 9 петель поворотными рядами. Так, вот я приблизилась, вставляю эти справа, эти 25 слева и вяжу вот эти вот 9 петелечек лицевыми петлями. Так, а здесь я делаю изнаночную, последнюю провязываю изнаночной петлей. И вот таким вот образом я продолжаю вязать средние 9 петель. У меня манекен 37 размера, меряем 7 сантиметров. То есть для 37 размера мы вяжем этот хвостик 7 сантиметров, для 38 8 сантиметров и так далее, добавляем по сантиметру, либо убавляем по сантиметру. Но 32, 33, 34 размер подростковый, я думаю, можно связать по вот этому. Ну, меньше, понятное дело, что нет. И теперь нам нужно добрать вот здесь вот петли по бокам. Для этого я переношу, как бы завожу нить прям сюда, вот так вот чуть-чуть за пахом, чтобы там было место для натяжения. И начинаю вот из каждой кромочной я буду набирать по одной петле, но еще здесь наберу одну, чтобы заполнить это пространство. Так, тут главное взять правильную нить. Так, из каждой кромочной по одной петле. При этом вот снизу я эту петлю эту нить один раз я ее оставляю вверху, один раз снизу, чтобы она у нас там на изнанке не болталась, чтобы как-то вот. Теперь вниз. В моем случае у меня получается 7 сантиметров, это у меня 28 рядов, то есть один ряд 2 сантиметра. Ой, 1 сантиметр 4 ряда. Вот вы слышите, все, уже с ума я сошла, мелю непонятно что. Вот. Это ориентировочно. Ой, девчонки, я не могу. Это я сама себе дала задание. Вот. Каждый день выкладывать видео. Вот просто попробовать, и у меня такой вот эксперимент с самой собой, с каналом. Вот что будет с каналом, если я буду каждый день. Вот вы обратили внимание, что я стараюсь, не стараюсь, я выкладываю видео каждый день в последнее время. Это недолго длится.
Все как бы знатоки Ютуба рекомендуют провести такой эксперимент. Вот, и я его провожу, потому что мне интересно, будет это иметь влияние какое-то на канал или не будет. Вот, увидим. Вот, поэтому я и начала заговариваться, потому что видео каждый день достаточно сложно, девчонки. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 15 петель. Здесь это значит, что здесь мне тоже нужно набрать 15 петель. Вот я сейчас провязываю эти 9. Так, и вот с этой стороны я тоже вот так вот передвину, чтобы мне было удобнее. Я тоже набираю петли. Здесь уже у нас нити нет, мы просто из каждой кромочной набираем петли. Так как у меня 28 рядов, и одну петлю отсюда, чтобы заполнить эту дырку. И далее продолжаю вязать до конца ряда вот эти вот петли. И так мы вяжем вот эти вот петли. Сейчас скажу, сколько. Все петли мы вяжем 16 рядов всего, возможно чуть больше для большого размера, возможно 18, и совсем для 40-го можно и 20 рядов. Ну вот, начинаем мы с 16, так как я вяжу маленький размер. Так, вот я провязала здесь 16 рядов. Сейчас скажу, сколько это в сантиметрах. 4 сантиметра ровно, я не считаю эти петли, которые на спице. 4 сантиметра, 4, вот. Если вы вяжете больше размер, чем 37, провяжите не 16, а 18 рядов. Мы будем вязать вот эту вот часть на ступне сейчас. Для этого мы определяем, делим все вязание здесь у меня 89 петель. Мы помним, начинали мы с 59, и здесь добавила 30 по 15. Значит, 89 петель, отделила средняя 13, по бокам у меня осталось по 38 петель, и теперь буду, перемещусь сюда и буду вязать среднюю часть, одновременно закрывая боковые части. Я думаю, вы с этой техникой уже знакомы. У меня она очень часто была использована, просто там будут некоторые нюансы. Вот, в каждой модели свои какие-то особенности. Так, вот приблизилась я к этой центральной части, которая состоит из 13 петель, и вяжу я эту часть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и 13 и 14 петлю в лицевом полотне, на лицевой стороне я провязываю 2 вместе лицевой. Больше маркеры мне не нужны, потому что я буду вязать только вот эти вот 13 петель, и каждую 14 с боковых сторон я буду вот так вот сокращать в последней петле. Так, вяжу теперь изнаночную сторону. То есть я повернулась и вяжу по изнаночной стороне 12, и вот 13 петля по изнаночной стороне. Мы эту 13 и 14, то есть одну петлю отсюда, провязываем изнаночной, это для того, чтобы были эти полосочки. И так далее продолжаем вязать эти 13 средних петель, сокращая в каждом ряду по одной петли с боковых частей, пока мы не приблизимся. Таким образом мы будем вот так вот передвигаться этой частью до того момента, пока у нас не закончатся все петли. Вот видите, то что я говорила, закончились боковые петельки, и теперь нам нужно повернуть это вязание на пятку, вот сюда наверх. То есть сейчас мы будем, осталось на спицах 13 петель, сейчас мы будем передвигаться вверх, продолжая вязать эти 13 петель.
И цепляя их за кромочные петли, сейчас я вам все покажу. В лицевом ряду последнюю кромочную я переснимаю, вернее, последнюю петлю переснимаю на правую спицу, а кромочную вот от этого вязания, вот вверх идут кромочные, кромочную я поднимаю, возвращаю эту петлю на спицу левую и провязываю лицевой их две вместе. В изнаночном ряду поворачиваю работу и вяжу лицевыми же петлями, господи, изнаночный ряд все равно же лицевыми вяжется. Так, вяжем до конца ряда. Последнюю петлю я переснимаю, опять же одеваю кромочную, вот только кромочную в лицевом ряду мы одеваем за переднюю стенку, а в изнаночном за заднюю, чтобы красивый край у нас был. Возвращаем вот эту вот петлю последнюю переснятую и провязываем их две вместе изнаночно. И так продолжаем и перемещаемся вот вверх. Так, вот смотрите, провязала я 12 рядов, то есть 6 лицевых, 6 изнаночных. Вот нахожусь я примерно в половине пятки. Теперь нам нужно сузить вот это место, видите, до 6 петель, то есть сократить 7 петель. 1, 2, 3, 4, 6. Так, для этого только в лицевом ряду мы будем делать вот такую вот финт. Всего 7 раз, чтобы по итогу у нас осталось 7 петель. Где-то, вот смотрите, в лицевом ряду, где-то в середине, я не буду считать тут петли, смотрите визуально, девчонки, оно не будет точно посередине, нам нужно провязать 2 вместе приблизительно посередине вязания. Каждый раз оно будет вот так вот немножечко смещаться, но вы визуально каждый раз смотрите, и чтобы не считая это в принципе в платочном полотне, в платочной вязке этих сокращений не видно, и считать петли нет необходимости. Вот так вот где-то в середине я провязываю 2 петли вместе и вяжу изнаночные, вяжу без изменений, а лицевой вяжу с сокращением, вот пока не останется на спицах 6 петель. Вот. И когда останется 6 петель, смотрите, вот оно сузится до 6 петель. И далее мы поднимаемся вверх на этих 6 петлях. Вот по кромочным до самого верха. И вот эта петля, она у нас идет на протяжении всего вязания. Так, вот смотрите, довязала, видите, вот эта полосочка идет прям до верху. И теперь я еще свяжу рядов 6 для того, чтобы закончить это все. Вяжу просто вот эти вот средние 6 петель, уже я дошла до самого верха, и теперь просто провяжу 6 петель несколько рядов. Сейчас я вам скажу сколько. Провязала я 10 рядов, девчонки, видите, 2 сантиметра, я бы сказала, да, где-то 2-2,5 сантиметра. И теперь я все петли закрою и подхвачу вот эту штучку, и все, наши сапожки готовы. Так, теперь я просто вот эту нить продену в иглу, которую я закрывала, подгибаю на изнаночную, отгибаю на изнаночную сторону и просто вот так вот прошью, подошью и закреплю вот этот хлястик. Он просто служит декоративным элементом, девчонки, можно его не делать, можно просто закрыть петли, и будет у вас ровное окончание. Мне почему-то захотелось такую пимпочку сделать сзади. Я же говорю, это просто декоративный элемент, все. Никакой функции он не обладает. Вот. И еще вот эту нить продену, и все у нас готово.
Вот это весь шов, который у нас здесь есть, который я швом по сути не считаю. Это так, завершение рабочего процесса. Все, девчонки, вот такой вот у нас сапожечек прекрасно. Еще, конечно, нужно намочить, разложить немножечко, чтобы приняла лучше форму. Вот сам верх, низ он и так примет по ноге форму, а верх нужно немножко сформировать. Ну все, девчонки, на сегодня все. Пишите, хвастайтесь, присылайте мне фотки. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.